Привет! Добро пожаловать в Vintage Guitars. Это модель Gibson Les Paul, переиздание 58 года. Эта гитара в точности повторяет все особенности и характеристики гитары, которая издавалась в 58 году. Она абсолютно заводская, без каких-либо изменений. Все оригинальное стоит. На ней стоят колки Gibson Deluxe. Стандартные датчики для того периода, ручки громкости, все как есть. Клен на топе, обычный, не волнистый. И корпус и гриф из махагони. Также Rosewood на грифе. На нековом датчике она звучит так. Приятный, теплый, мягкий звук, достаточно певучий. Средняя позиция. И бридж. Теперь посмотрим, как она звучит на достаточно приличном перегрузе. Очень плотный, объемный звук. Очень хорошо прослушиваются обе тона, которые характерны для этой модели. Особенно на верхних. Объема предостаточно. Очень много обертонов, очень приятный и теплый звук. Причем насыщенный и мощный. Как видите, сфера применения этого инструмента практически безгранична, начиная от тяжелого рока, заканчивая легким блюзом. Антон Игнатов для Vintage Guitars.